Свинка Пеппа. Я свинка Пеппа. А это мой младший братик Джордж. Это мама свинка. А это папа свин. Свинка Пеппа. Пиратский клад. Песик Дэнни играет около своего пиратского корабля. А это Пеппа и ее друзья. Здравствуй, Дэнни! Здравствуйте! Хотите играть в пиратов? Да! Тогда одевайтесь. У Дэнни целая коробка пиратской одежды. Ага! Пираты! У меня есть сундук для клада. Это банка от печенья. Это сундук для клада. Но в ней еще есть печенье. Кто хочет печенье? Я! Теперь это сундук для клада. Надо найти сокровище и положить в него. Ура! Кто-то должен остаться стеречь пиратский корабль. Я буду стеречь. Если увидишь кого-нибудь, кричи: стой, кто идет? Стой! Кто идет? Хорошо, пошли искать сокровища. Ура! Дэнни нравится быть пиратом. Ура! Всем нравится быть пиратами. Ура! Веселые пираты, мы по морям плывем, чтобы найти сокровище, и мы ее найдем. Дэнни нашел сосновую шишку. Сокровище. Пеппа нашла раковину. Сокровище. Сьюзи нашла обрывок веревки. Сокровище. Фредди нашел камешек. Сокровище. Я пока посплю немного. Педро всегда снимает очки перед тем, как заснуть. Давайте подкрадемся к Педро. Да! Дэнни, Пеппа, Сьюзи и Фредди подкрадываются к Педро. Бу! Ой! Ага! Да ты же спал! Да, простите. Тебе повезло, что мы добрые пираты. Мы нашли сокровища. Это хорошо. Сложим их в сундук. Теперь мы можем зарыть его. Да! А я останусь здесь стеречь пиратский корабль. Хорошо, пират Педро. Но не засни на этот раз. Не засну! Ура! Пираты пошли зарывать клад. Через холм, вокруг куста. Зароем его здесь. А как мы узнаем, где мы его зарыли? А мы нарисуем карту. Через холм, вокруг куста, а крестиком отметим место. Крестик отмечает место. Педро снова заснул. Я не сплю, не сплю. Педро, разве ты не носишь очки? Здравствуйте. За Педро пришла мама Пони. Кто идет? Я твоя мама, Педро. Педро плохо видит без своих очков. Где твои очки? Я не знаю, мама. Когда они еще были у тебя? Когда мы складывали сокровища в сундук с кладом. В какой еще сундук? Который мы зарыли в саду. Очки Педро зарыты в саду. Ну вот, как мы теперь найдем их? У нас есть карта сокровищ. Мама Пони ищет зарытый клад по карте Пеппы. Через холм, вокруг куста, а крестик отмечает место. Они нашли клад. Мои очки! Ура! Спасибо! Карты сокровищ очень полезны. Особенно, чтобы найти очки, если вы случайно зарыли их. Продюсер Фил Дэвис, авторы сценария и режиссеры Марк Бейкер и Невил Астли. Найти сокровище, и мы его найдем. Веселые пираты, мы помогаем.